общем, тоже очень люблю варенье. А как вы думаете, что будет, если съесть целую бочку этого варенья? Вы знаете? Ну, вот много сладкого съесть, что будет? Зубы. Маша, вот ребята знают, а ты? Сластены слаще карамели, громко-громко видится и грустят. Ведь это всем давным-давно известно, что для развития ума полезно кушать мармелад и шоколад. Что ты это поняла, что нужно чистить чаще, а то выпадут все зубы, если их не чистить. Ну, а мы продолжим путешествие по мультфильму. Скажите, кто-нибудь из вас бывал в домике у Мишки? А как вы это делали? Через телевизор залезли? Виртуально, да? Тогда расскажите мне, что у Мишки в доме есть из предметов, обиходов? Давай, иди микрофон дам. Медали принимается. Что еще? Кубки. Печка. Что же там громче? Второй этаж. Холодильник. Мужской ответ, правильно. Телевизор, естественно. Еще? Самовар. Правильно. Кстати, а вы знали о том, что самовар у Мишки не просто самовар, он у него музыкальный. Вы знали? А вот ансамбль лесных инструментов «Ларец» знает. Слушаем. Чай и сладкие пирожки, баранки, а ее подруга.
Ой, хороший музыкальный самовар. Спасибо вам огромное.